Сергей Евгеньевич, ну как мы сегодня себя чувствуем? Как в молодости. Вот и чудненько. Я вернусь в понедельник, а на выходных за вами присмотрит Света. Света, а вы знаете, кто такой Сергей Жуков? Вообще-то нет. Это солист легендарной группы «Руки вверх». Ах, да, мне что-то бабушка рассказывала. Вот если бы вы родились лет на 20 раньше, Света, вам бы сейчас завидовали все ваши подруги. Ну ладно, Сергей Евгеньевич, приятных выходных. И помните, самое главное в вашем возрасте – это покой. Пойдемте, Света. Света, все пациенты остаются под вашим присмотром. Ну, думаю, вы справитесь. Далеко они не убегут. В крайнем случае, звоните. Хорошо, Антон Борисович. Рыжий! Че орешь-то? Живой я, живой. Товарищ, убирайся к нашим. Пора! Алло? Рыжий, ты че звонишь? Ты рыбу перепугаешь. Так, уже. Качок, ты че сидишь? Пошли, все наши в сборе. Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне 16, и каждый день в тебя готов я был влюбляться. А помнишь тот дом, мы с тобой вдвоем, и я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобой не спим, и ты мне говоришь, что я твой номер один. Сергей Евгеньевич, Сергей Евгеньевич, у вас все нормально? Это новенькая. Бабушка. Ой, дорогая, я тебе сейчас все объясню. Пойдем. Когда мы были молодыми, наивными такими были и простыми. Уже стемнело, ты в летнем платье, а я хочу скорее попасть в твои объятия. И пусть годы летят, их уже не вернешь. Пусть уже других кумиров любит молодежь. За окном идет дождь, мы с тобой не спим, и ты мне снова шепчешь, ты мой номер один. Тебя выпить заказывали? Надо было девчонок помоложе позвать. Ага. Да, давай звоним Зубастому. Oh,
Простите, а вы к кому? Бабушку навещали. Бабушку. Это похвально. Ну что, никаких происшествий? Да нет, все тихо и спокойно. Вот видите, все хорошо, ничего сложного. Ваша смена окончена, можете идти. До свидания, Антон Борисович. До свидания, Света.